Есть. Ух, какой судак. Нифига себе судак. Хочу попробовать вот эту вот белую с красной мордочкой. Есть! Ух ты, прям под берегом здесь. Щуку, что ли? Вот это рыбалочка сегодня. Есть! Хорошая такая поклевка. Хороший удар. Всем привет, друзья! Снова я приехал на это место. Порядка, наверное, 3 дней прошло. Вот, сегодня хочу также попробовать поджиговать. И вот закинул одну жмыховку. Здесь вот там, чуть ниже. Вот, Минога Купер, цвет 003. Размер 4. Не знаю, сколько здесь сантиметров. Не написано. Ах ты, блин! Откусила! Ё-моё, это щука! Блин, щука откусила! Надо поводок цеплять, нафиг! А у меня нет с собой. Вот так съедобный силикон, даже без хвоста ловит. Есть. Хороший ударчик. Я же говорю, без хвоста. Рыбка-то неплохая.
Ух, какой судак. Нифига себе судак. Судак отличный. Вот это судак. Коровы пришли. Классный судак. Забираю. Вот, пожалуйста, минога. Минога без хвоста. Хвост щука откусила или кто там фиг его знает. Ловит же. Отлично. Хочу попробовать вот эту вот белую с красной мордочкой. Есть! Ух ты, прям под берегом здесь. Щуку, что ли? Вот это рыбалочка сегодня. Так, я приехал поджиговать. Ух, нифига себе. Что-то там хорошее. Сомик. Хе-хе. Сомик не крупный. Прям под берегом взял. Ну вот минога белая тоже ловит. Такой вот. Килограмм полтора. Ну, сбитый такой, жирненький. Давай, гуляй отсюда. Прям здесь под берегом взял. А мне что, сначала щука показалась это? Это сомик. Ух ты, блин, удар был. Проморгал. Затянуть. Есть! Есть! Блин! Щука, что ли? Барахтается как. Не понял. Сошла? Ё-моё! Вот эта дурацкая ветка, блин. Сошла. Походу, это была щука. Эх. Офсетник, потому что здесь, блин, коряги. Двойник не буду ставить. Оторву. Я вон офсетником, когда протаскиваю, чувствую, об коряги провожу.
Двойник точно зацепится. Да, эта щучка была, барахталась там хорошо. Ну вот поменял на машинное масло, и вот поклевка была. А вот белая, нифига, вот кидал. Вот один сомик попался возле берега, и все. Цвет тоже играет роль. Есть! Хорошая такая поклевка. Хороший удар. О, судак. Неплохой такой судачок. Вот минога. Минога работает. Судаки какие бойкие. Бах, такие удары. Голодные судаки. Соскучился я по такой рыбалке. В последний раз судака я когда в июле ловил. Хоть вот сейчас попрохладнее стало и судак появился. Вода пришла еще. И сазанчик стал ловиться. Друзья, вот и поклевка первая. Сазан вон сидит. Леска дергается. Достаем. Да ё-моё. Блин, сразу обрыв. Есть. Хорошенький такой сазанчик. 2,5 где-то по весу. Это я навскидку так говорю. Хорош. Начало положено. Прям здесь под берегом кидаю. Далеко сейчас нет смысла кидать. Ох, ветер раздулся сегодня. Опять ветра начались у нас в Астрахани. Ну, ветра рыбные, восточные. Ветер с моря. Нагонный. Воду нагоняет и рыба идет. Так что, когда дует восток, юго-восток, это очень хорошо. Плохо, когда северные ветра дуют. Сгонные.
Опа, что-то еще взял. Блин, сошла. Ну, не крупное что-то было. На мелкого судачка похоже. Я, видать, его не пробил. Ладно. Судачья чешуя. Прошелся по нему. А мог бы и забагрить. У меня там жмуховка еще стоит. Блин, удар был. Жмуховка стоит. Надо будет проверить, сходить. Ударчики, блин, есть, но что-то никак. Не хочу двойник ставить. Сейчас тут же зацеплю, чувствую. Так, что тут у нас? Здесь что-то есть. Фига себе. Брыкается. Обрыв сразу. Блин, зашел. Пока с этим камышом возился, сразу обрыв, не могу туда зайти. Вода холодная уже. Ай, блин. Эх, хороший был. Вот так ветер раздулся. Все, надо домой валить. Эх, последний заброс, друзья, на сегодня. И хорош. Что-то клев пропал. С утра прям хорошо было. Поклевки одна за одной. И сазанчика поймал. Сейчас что-то это прекратилось к обеду. Там, в принципе, я рыбу поймал, что у меня. Два судака и сазанчик там привязанный. Нормально. Я думаю, хватит. Ну, что хочу сказать. Ну, рабочая приманка. Особенно вот этот вот цвет, машинное масло. Судак, щука. Хорошо берет. Да и сомик тоже. Ну а мелкого сомика, такого полторашного, я сегодня с утра вот на белую поймал. Цвет какой? Вот этот, да. 0,31 цвет. Минога Купер. Все, сматываюсь. О, здесь что-то есть. Что-то брыкается. Блин, завел. Ух ты. Попробую с подсаком. Короче, друзья, у меня села батарейка в неподходящий момент.
Плюс вдобавок он завел за челим и сошел. Вот кое-как сейчас вытащил закидушку. Ну ладно, хоть закидушка целая. Ну вот такой вот результат, друзья, на сегодня. Два судака и сазан. Это, наверное, порядка 2 килограмм. Ну это 1,2 кило. Сазанчик 2 килограмма. В принципе, нормально. В общем, много было поклевок, много было сходов. Ну все, друзья, ветер еще сильнее раздулся. Я поехал домой. Фуф, жара еще невыносимая. Солнце печет. Надо быстрее ехать рыбу отвезти, чтобы не протухло по дороге. В общем, вот такая вот получилась рыбалка. Было много сходов. Судак, щука, по-моему, была, да, откусывала мне приманку. Сомик, сазанчики сходили, убегали. В общем, такая вот разнообразная рыбалка у меня сегодня получилась. Ладно, в общем, устал сегодня. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.